Мероприятия под названием «Голодные игры» прошли в минувшие выходные под Нарвой, Вольгина. Это мероприятие входит в серию мероприятий, которые в молодежь четырех городов Нарва, Нарва, Ису, Силамяя, Волость, Вайвера делает сама. В программе «Голодных игр» изначально было заявлено две спортивные дисциплины – хоккей в зале и дартс. Однако большое количество заявленных команд по ходу мероприятия позволило сосредоточиться только на хоккее. Наше молодежное телевидение ЕСН-ТВ побывало на месте события «Голодных игр». Они поиграют сегодня в хоккей, поймут, что это здорово заниматься спортом, поймут, что это здорово представлять свой город, свою команду. Поэтому я думаю, что здесь они познакомятся и создадут инициативную группу, которая обсудит мероприятия дальнейшие. Ну, ожидания только одни. Ожидания радости, ожидания, что дети потянутся, все-таки потянутся, побольше потянутся в спорт, будь то хоккей, будь то бокс, будь то легкая атлетика, куда угодно. Поменьше, чтобы как раз вот я говорю о том, что шатались по улице. По словам организатора «Голодных игр» Игоря Малышева, зарегистрировано было 55 человек. Но людей в зале было больше, потому что вместе с молодыми людьми приехали как друзья, так и родители. Всего на игре было 10 команд. Также хочется отметить, что победило две команды. Это Нарва, где люди были до 12 лет, и Усть-Нарва, где было после 12 лет. Надеюсь, что будут происходить также интересные мероприятия. Будем участвовать, будем делать все от себя возможное, чтобы побеждать на этих мероприятиях. Ну и вашей организации желаю всего самого лучшего. Здесь происходит хоккей, все играют, много команд. Как бы неожиданно думали, будет меньше. Ну вот, как видите, команд 10 собралось. Оставляем команду «Ханурики». Мы как бы собрались пятером. Ну и вот, играем дружно. От сегодняшнего мероприятия мы ожидаем, самое главное, это победы, много веселья. Ну, победы главное. Позитива, много эмоций и победы. Игра в хоккей вызвала у всех участников бурные эмоции. Встречи были дружескими. Однако, расставаясь после игры, участники высказали желание сойтись в матче снова. Следующая спортивная игра и серия мероприятий под названием «От молодежи к молодежи» состоится в марте в городе Нарва. Уже известно, что это будет всеми почитаемый футбол. До следующих встреч!